завершили осмотр сада скромного чиновника и продолжается наше путешествие по городу. У нас в планах сейчас посетить ресторан, а потом будет фабрика шелка. Мы идем на шелковую фабрику сейчас. У нас будет туристическая экспедиция на фабрику, где производят шелк. Так, мы пошли на фабрику шелка. Нам дали на память вот такую бумажку. Национальная индустриальная, короче, туристический тикет. Это про историю. Здесь про историю шелка. Как, когда начали делать. И как народ работал с шелком. Потом мы уже можно реально, как они сделают. Здесь еще земли, вот это где еще раз. В какой области выращивают шелкопряд? Это на юге. Сюда на юге. Да, и именно здесь. Уже древний. Да, здесь есть шелкопряд. Да, вот это белые крупы. Шелкопряд здесь растет. Здесь шелкопряды растят и, соответственно, обрабатывают. Красиво. Ничего не скажешь. Вот раньше шел, шили вот это шелковое платье для императора. Угу. Это золотая нить или все-таки это покрашенная нить? Это золотое шитье по шелку, да? Золотой нитки. Ага. Видите, как золотое шитье. Вон он, император, сын неба. Вот золототкачество. Вот, фактически то, что мы видим у себя в Ташке, но здесь это китайский вариант. Не берусь судить, где картины лучше, хуже. Сейчас резко наведу, что-то как-то змеи у меня расплываются. Ну как-то так. Костюм императора, желтый цвет, цвет императорской власти. То есть, повторюсь, здесь вот они собирают шелкопряд, судя по всему, из деревьев. Это, наверное, собственно говоря, личинки и есть. А это личинки, да, шелкопряда? В коконе, да. Кокон. В коконе бывают две личинки. Бывает одна личинка. То есть, когда две личинки, там нити переплетаются, вот эти волокна переплетаются, и их используют только для... Вот они внутри находятся. Внутри, то есть да. Вот это оболочка. А сам шелк внутри? Внутри, да. Вот. Нет, вот эта часть. А внутри находится личинка. Ее разматывают? Если две личинки, да. Ее растягивают. На треугольнике. Сначала растягивают, ее размачивают. Вот, если внутри две личинки, то вот эти нити переплетаются, они толстые становятся. Из них делают, ну, какие-то грубые материалы, да. Ткани делают. А если вот одна личинка внутри... Тогда получается вот эта тонка. Вот. Дальше как ее делают? Ее размачивают при высокой температуре. Начинают натягивать на треугольники. Я не знаю, показывают они или нет. Мы тогда сами прям натягивали. Натягиваешь. Представляешь, вот одной, да? Потом берешь там вторую. В общем, где-то 5 примерно коконов. И ты можешь растянуть, ну, допустим, какое ты хочешь одеяло. Мы тогда так и делали. То есть там 100 и там, допустим, 2,20. На 1,80 м. Если летнее одеяло, то ты, допустим, делаешь там 8 слоев. Если зимнее одеяло, значит там 12-14 слоев. И прям на стол, вот мы вставали вчетвером, и прям растягивают это полотно, представляешь? Прям одеяло растягивают. Все, а потом уже прострачивают, если ну что. Курский шелк. Чуси, это прям настоящие они, да, вот эти вот штучки-то? Как материалит? Процесс обработки шелка. Греет и увидел. Есть полотно, а есть Наверное, подогревать эти личинки, что да, их разогревает. И потом разматывает. Представляете, какая работа? Распаривает. Качество. Шелкопряда. А вот инструкция по применению. Лампочка с аутентичным абажуром. Свой технология. А, здесь еще же их окрашивают. Потом можно из них можно сделать картину. Что
причем он, смотри, там, в принципе, она тоже рассказывала, там достаточно вот, ну, совсем малое количество нитей, ты нифига не порвешь. Да, он очень прочный. Да, вот смотри, тут, ну, вот это рвется, да, это как-то. Разноцветные, видите, цвета, разные цвета красят, но, видимо, ну, какими-то окислами красильни здесь, судя по всему, в этих вот чанах, видимо, и красится. И, наверное, потом сушится. Но, в общем, на ощупь очень интересная такая красота получается. Это вышивка шелковой нити. Слушайте, а вон это самое. Вот они, шелкопряды. Это, смотрите. Ребята, работаем, работаем, работаем. Ну, они живые. Маленькие, но они же шеволятся. А, их теми листами кормят, наверное. Кушайте. Кушайте. Ребята, не ленимся, кушаем. А, вот эти уже их коконы. Это они потом в них заматываются, что ли, да, получается? Как они получаются? Шелкопряд. А это улетевшие бабочки оставляют нам шелк. Бабочки уже улетают, да, отсюда потом, когда мы уже обрабатываем-то его? Не-не-не, когда они, если улетают, уже все, нужно внутрь еще. Значит, надо успеть. Извините, ребята, ничего личного. Только шелк. Вот я, вот зарождение. Я превращаюсь. А вот это просто. Да, да, да. А в какой момент нужно уловить это? Бутылек. С этой стороны. Вот здесь или здесь? Так. Она с этой стороны. С этой стороны. А, вот, да. Один. Вот это один. Третья инстанция, четвертая, пятая, четвертая, да. Опа, вот не надо ему дать вылететь, да? Нет, надо успеть. Надо вот, вот здесь, да, вот здесь его успеть надо придавить и разобрать на шелк. Их, ребята, не быть вам бабочками. А, да-да, понятно. Различные натуральные шелки, да? Угу. Это натуральный? А, его... натуральный. А это уже синтетика. Наоборот. Вот обработка кокона. Сортируются коконы, хорошие отделяются от остальных. И здесь идет процесс обработки. Это, видимо, шпульки с ниткой. А, вот коконы разматываются. Они, видимо, размачиваются в воде и разматываются. Что тут природа не придумает, а? Угу. Такая тоненькая, да? Не видно. Вот здесь, да, хорошо видно. Это разматывается. Прилично при личинке. Потом остаться. Негуманно. Ну, никто не сказал, что люди гуманны. Несколько коконов сразу скручивается нитка. Здесь, насколько я понимаю, вот этих маленьких шпулек перематывают на большие. Ведут на мотку, на большие шпульки. Да, система, так скажем, ниппель. А, вот здесь вот по инфокарте станок пьет рисунки. Он печатает рисунок. Там по перфокарте. Но это знакомая схема. Программирование по перфокарте. Так, тут рисунок. Yeah.
гуляет, смотри, пуля, она как пуля летает, ну вот, на каждом такте, тык, она пролетает туда-сюда. А, здесь обработка. А здесь обработка чего ведется? Здесь делается полотно. Да? Вот смотри, берется там нить, а здесь тут берется кокон. Вот в этом коконе две личинки. Угу. Вот если тост используется для нитки, чтобы ткать, то есть вот это более грубое. Вот это есть, более да? грубое используется ага. именно для угу. этих полотен. Вот он начинает ее растягивать. Чинкс. Потом на это натянет. Опс, немножко что-то натянуло. Ну как? Ага. И сошит. Снимает. И начинает здесь, на столе, растягивать. То есть вот это растянуто. Да, вот растянуто. Вот один слой идет. То есть берется вот это вот и начинаешь тянуть. Вот так, вот смотри, сейчас они. Вот смотрите, Катя. Вот так же мы тоже вставали, сами тянули. Вот. Ух ты. Лиза, спросите, а можно мы сами растянем одно полотно? Давайте растянем. Давайте, товарищи. Товарищи, приобщаемся. Мы там про тимбилдинг спрашивали. Вот тимбилдинг. Исторический момент. Мы развиваем технологию растяжки полотна. Берем. А вот здесь не порвется? Здесь меня смущает информация. Вам нужно вот так Вот так. Сто слоев, да? Ну, Михаил Юрьевич. Ну, раз это наше, заверните, пожалуйста. Поздравляем тебя с новым технологическим успехом. Я научился не есть палочками. Да, так что ты уже готов к тому, чтобы вернуться в Китай. Да. Вот здесь готовится, а там растягивается. 64 кокона идет на один слой. Вот они растянули сейчас 64 кокона. Как-то так. Вот это одеялка шелковая есть, да? Да. Да. Серьезно. Серьезно, девушка, у вас работа-то. Ничего не скажешь. Понимаю. То, что процесс труда ткаческого. Все это шелк. Шелк. Шелковые постели. Шелковое покрывало. Шелк. Красота. Оренбургский пуховый платок. Шелковые ткани, но это не шелковые ткани, это просто ткань. Красиво. Ничего не скажу. Картина пошла. Картина подкрывала, вымпелы, дорожки. Вот уже различные изделия из шелка. Красота какая. Оглушенные красотами продолжаем наше путешествие по волшебному миру. Да, мужик, спокойной ночи. Мы на фабрике шелка. У мужчины должна быть коса. Я не смог уйти без сувениров, и мне предложили купить платки именно вот этих мест. Вот характерно для этих мест.
Я не устоял. Слаб человек на хорошие, красивые вещи. Может, и правильно, кстати. Хороший сувенир. Я в Китае на шелковой фабрике. Продолжаем путешествовать. Ну что ж, как говорят философы, сидите на берегу и ждите, когда мимо проплывет труп. Возможно, это будет труп вашего врага. Мы уходим. Так, ну вот мы были на фабрике и теперь уезжаем дальше. Нас ждет дальнейшее путешествие. Пошли мы путешествовать дальше. Русский флаг в ряду других. С уважением относится к нам. Приятно. Не, реально приятно, кстати.